Юрия, чего было? На выставку пора. Да? 3 часа. Ужас. Опять. La notice que nous vous présentons contient des consignes. Now and ensure that your seats are in the upright position. Thank you for your attention. Осенью 2001 года я летела из Парижа в Атланту с передвижной выставкой, посвященной австрийской художнице и педагогу Фридл Дикер-Брандейс. Во время войны Фридл занималась детьми рисованием в транзитном лагере Терезин. Осенью 1944 года она и ее ученики были депортированы в Освенцим. Остались картины Фридл и рисунки детей. Как куратор проекта я объездила с выставкой много европейских стран. Атланта была первым экспозиционным полем в Америке. По ходу странствий выставки происходили всякие истории. Вы Атланта. And I recognized that he was kind of dealt with Russia because of his way how he made apchi. I made a word, apchi. That's all I said. Как говорить по-русски? Вот, это может быть, можешь это сказать, там русский твой. Как хорошо говорить по-русски? Вот. For school, you know? Here. Ага. Когда ты был маленький, ты дома говорил по-русски? Я когда был маленький, всегда говорил по-русски. И потом я уехал на 3 года. И говорил с мой брат только very seldom, because I went to a boarding school. Очень редко. Очень редко с мой брат я говорил. И потом, когда я приехал домой, я имел около, я думаю, что я был 10 лет. У меня годах. Нет. И говорил по-русски только, да, с мамой, с папой. Говорил по-русски. С Дурново. С Дурново, из Марина Дурново. His mother, Mitch, was a wife of the world famous, I think, but extremely famous writer. He was a kind of tragic absurdist. What is the name again? Daniel Harms. I was reading to Fima again half of the night the book of your mother, and Fima shooted me in Russian reading the story of your mother. So now we can put watch the TV. Okay. Of course, you can watch everything from this camera direct. Какой красота, мальчик, а? Эй. Это ты? Это я. А ну-ка. Класс. И это моя мама. А ты учился в испанской школе? Сначала я учился в немецкой школе, и я даже умел говорить по-немецки и читать и писать по-немецки. И я тоже начала с того, что я училась. У меня была немка, которая... Не может быть. Честное слово, Луиза Вольдемаровна. Просто... Да, это да. Просто ты говоришь нет, просто нет, так. Нет, она меня... Ой, какой свет. Солнце. Она меня... Вот, затмил солнце мне. Она меня научила, честное да? слово. Я писала по-немецки и читала по-немецки. Это был мой первый язык. Звали ее Луиза Вольдемаровна, немка из Риги. Я поехал в школу, в немецкую школу, да? Ага. Потом из немецкой школы, меня сняли в немецкую школу, я поехал в Тринидад. И там я научился поговорить по-английски, немножко. И через год, тогда я поехал в Канаду на 3 года. На 3 года. Угу. Чтобы учиться. И потом я приехал обратно, пошел в американскую школу, потом я пошел в испанскую школу. Испанской школы я уехал и поехал в Штатах. У меня было в кармане $350. Это что мне мама дала. Я поехал, я тебе скажу куда. Я поехал to a little farm. Это дом, который я тебе говорил, где я жил, в этот дом. Я там. И чтобы оставаться там, я должен был работать. Должен был, ну, туда идти, эти, ты знаешь, ну, какие-то такие штуки, которые имеют. Хорошо.
и тоже кормил эти коровы, которые они имели, я тебе сказать, могу сказать, они имели около 50 коров, что я должен был кормить каждое утро. И так я начал мою жизнь в Штатах. Cut. Ну что, двинемся к маме? Идем. Я не знаю, если она готова или не готова. Ну ладно. Если она не готова, так мы еще полежим. Идем. Раз, два, три. Раз, два, три. Ленивой стала. В июле или в начале августа 41-го всех женщин забирали на труд работы рыть окопы. Я тоже получила повестку. Даня сказал, нет, ты не пойдешь, с твоими силенками только окопы рыть. Я говорю, я не могу не пойти. Меня вытащат из дома, все равно меня заставят идти. Он сказал, подожди, я тебе скажу что-то такое, что тебя рыть окопы не возьму. Завтра ты пойдешь туда, где назначают рыть окопы. Иди спокойно, я тебе скажу эти два слова, они идут от папы. И он произнес два слова. Красный платок. Я повторила про себя. Красный платок. На следующий день мы пошли вместе на этот сбор, куда надо было явиться по повестке. Что там было? Толпы, сотни, тысячи женщин. Многие с детьми на руках. Буквально толпа, не протолкнуться. Все получили повестки явиться на трудовой фронт. Это было у Смольного, где раньше помещался институт благородных девиц. Даня сел неподалеку на скамейку, набил трубку, закурил, мы поцеловались, и он сказал мне, иди с Богом и повторяй то, что я тебе сказал. Я ему абсолютно поверила, потому что знала, так и будет. И я пошла. Помню, надо было подниматься в горы. Там была такая насыпь, то ли из камня, то ли из земли, как горы. Я подошла к столу в тот момент, когда они кричали, все, все, кончено, кончено, никаких разговоров. Я говорю, у меня больной муж, я должна находиться дома, один другому. Дай мне карандаш, у него больной муж, а ко всем. Все, все, говорю, вам кончено. И мне, вот вам, вам не надо являться. И подписал мне освобождение. Я пошла обратно, стала спускаться. Подошла к Дане, он сидел на той же скамейке и курил свою трубку. Глянула на меня. Ну что, я был прав? Я говорю, я получила освобождение. Это было последнее, и я разревелась. Весь день я смотрела на него и не знала, что сказать. Он заметил мой взгляд и сказал, не смотри так, чудес много на земле. Мам. Мама, Митя, как ты, мам? Я тут, Митя. Мам. Я тут, Митя. Да. Митя. We shoot like for hours and this crazy Nova with black people. Like this, everybody. Oh, and she is a Russian aristocracy with such a face. For America, it's nothing. There is some woman who dealt with Russian Tsar when Germans came and everybody already were killed. So from St. Petersburg, she was evacuated and Germans took her as a very nice woman, nice Russian woman to work as a maiden in some German houses. And then she was able to escape from this house to run away and cross the French border alone. And then after that she crossed French border, but French didn't want to keep her. They say you have no papers. So they put her into the French prison. So she was in Nice in prison. She was able to run from prison. Then she met her mother that she didn't meet 25 years because mother was total all the time in prison and mother emigrated. And then mother was married and Marina fell in love with her husband who was, because she hated her mother. I think that she wrote a book. Yeah, she wrote a book. And then the man whom I met was a result of this one night sleep. Wow. This man in wow. Airport, this Mitch. So when I met him, I say, do you speak Russian? And he says, how do you know this? Because he made apchi, and it was Russian kind. Это полное сумасшествие. Фимка, я тебя умоляю, ляг сюда и поставь камеру вот так. Ты зайдешь сама. Думаю, что ты с ума не сошла. Нет, я с ума не сойду. Ну вот ляг. Ну попробуй. Хорошо, ляг. Ну вот так. И как будто ты не видишь ничего больше, только это. Это как будто бы отражается, все отражается в воде, в озере. Это не небо.
Ага. Это не похоже на небо. Это похоже на отражение в реке. Видишь? Ты что видел, Фима? То же самое, что я вижу? Ну да. То же самое, что я вижу? Конечно. А? Красота. Я хочу тебе сказать, это чтобы сделать одну сказку, можно сказать, про это дерево, и потом тоже можно, кто-то может это его, как сказать, to paint. Нарисовать. Нарисовать. Is just combination of round, triangle, and square. And playing with this, you can build everything and probably also destroy everything. Children of light is struggling with children of night. That's how our life is going on. And logically think about it, it means that everything is extreme. Everything is contrast. So if you say cool, you have to say warm. If you think bad, you have to think good. Nothing between. Dancing? Ну, я не знаю, что я хочу. Надо сказать, я пришла сегодня просто мертвая. Фимка видел. Если бы не ты позвонил, я думаю, у меня не было бы никаких сил. Well, I can go. Let you sleep. Не. Но я это самое немножко себя привела в порядок. Ужас. We could go to I don't know any bars here. Ну вот этот Джонни. Johnny's? Да. Yeah. Well, we can go to Johnny's. Let's go to Johnny's. Очень хорошо. Okay, let's go to Johnny's. Hello there. Я хотел быть художник. Когда я видел, что я не могу рисовать хорошо, я сказал, это не я. Я тогда должен что-то другое сделать. И я сразу сказал, я хочу быть в FBI, Интерпол. И я начал учиться по Интерполу. Это police science. Как это police science по полицейской школе? Я учился, хотел быть такой. И я говорю, какой я пою полиция? Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ. И заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное. И Даня сказал мне, я знаю, что это за мной. Я говорю, господи, почему ты так решил? Он сказал, я знаю. Мы были в этой нашей комнатушке, как в тюрьме, ничего не могли сделать. Я пошла открывать дверь. На лестнице стояли три маленьких странных типа, они искали его. Я сказала, кажется, он пошел за хлебом. Они сказали, хорошо, мы его подождем. Я вернулась в комнату, говорю, я не знаю, что делать. Мы выглянули в окно, внизу стоял автомобиль, и у нас не было сомнений, что это за ним. Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его, и стали уводить. Я говорю, берите меня, берите, меня тоже берите. Они сказали, ну пусть она идет. Он дрожал, это было совершенно ужасно. Под конвоем мы спустились по лестнице, они пихнули его в машину, потом затолкнули меня. Мы оба тряслись, это был кошмар. Мы доехали до большого дома. Они оставили автомобиль не у самого подъезда, а поодаль от него, чтобы люди не видели, что его ведут. И надо было пройти еще столько-то шагов. Они крепко-крепко держали Даню, но в то же время делали вид, что он идет сам. Мы вошли в какую-то приемную, тут двое его рванули, и я осталась одна. Мы только успели посмотреть друг на друга, больше я его никогда не видела. Я не могу это прочесть. Какой-то, знаешь, очень-очень такой художник, типа какой-нибудь школа Федотова. Это ужасно дорогая вещь. Это шедевр тоже. Абсолютный шедевр тоже. Я думаю, что это Федотов. Это тоже, это безумная вещь. Это было мамина друзья, хорошие друзья спросила всегда деньги для мамы. Of your beloved Grenada as a recollection of us. Love. Mm-hmm. Right.
какая красота, Гренада. Ага. Она всегда там очень любила ехать, она каждый летом она туда ехала. Я, когда был маленький, я там тоже ехал. Señora Marina, señora Marina, ¿cómo está usted? Aquí está. Ага, не кричу, не кричу. А, хорошо. Не буду кричать. Это inventory. Как inventory? These are the jewels of the Durnovs, what they had. Посмотри, это что они имели. Имели все золото, серебро, да, которое серебро, имели Дурнова. Имели Дурнова. Смотри. И ничего нету. Просто все украли. Слушай, сделай копию. Нельзя так это... Это хорошо. Хочешь копию? Нет, ты себе сделай. Это все пропадет. Тебе говорит, когда ты приедешь. Да я приеду. Я приеду еще. Обязательно приеду. Хочешь, я еще с тобой посижу здесь, тихо, вдвоем, да? Хорошо? Тихо-тихо вдвоем посидим, всех выгоним отсюда, никто нам тут не нужен. Тихо-тихо посидеть. Тихо-тихо посидеть и рассказывать сказки. Всяких чижей. Жили в квартире 44, 44 веселых чижа. Жили в квартире 44. То, что я и сегодня говорила. Ага. Вот это. 44 веселых чижа. А, да. Чиж судомойка, чиж поломойка, чиж огородник, чиж водовоз. Чиж за кухарку, чиж за хозяйку, чиж на посылках, чиж трубочист. Ничего, мама, мы тут, это Митя. 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 Ты знаешь, что я тут, правда? Да. Хорошо. И пришли подруги тут, русский подруг. Подруга. Подруга и подруг. Ты видишь, Елена и Фима. И Линда там сзади меня. Ты немножко видишь или ничего, совсем ничего не можешь видеть, мам, сейчас? Осыпочки, очень тебе... Красота сейчас. Просто красота. Mm-hmm. А? Да. Красота. Красота. Да. Посмеюсь. Ты не будешь смеяться, как ты любишь смеяться. Ты очень любишь смеяться. Мам. Да? Я тут. Я тут. Пожалуйста, куда ты идешь опять? Уходишь еще куда-то? Куда-то ты идешь? Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван провалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. Понимаешь, что пудель в реке, пудель in the river jumped over the fence. Yeah. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор. Иван как бревно перепрыгнул в болото, а пудель в припрыжку попал на топор. Попал на топор? Да, в припрыжку. Ты помнишь Дани Хармс, мама? Помнишь твой пример муж Дани? Помнишь, что он тебе сказал, если тебе что-то нужно, ты должна сказать красный платок. Помнишь? Красный платок. Это всегда тебе спасало. Но надо сказать, что Хармс это красный платок не помог. Его все равно убили. Я шла. Солнце светило, сверкал снег, красота сказочная. А навстречу у меня шли два мальчика. В шинельках, в каких ходили гимназисты при царе. И один поддерживал другого. Этот уже волочил ноги. И второй почти тащил его. И тот, который тащил, умолял: «Помогите, помогите, помогите, помогите». Я сжимала этот крошечный пакетик и, конечно, не могла отдать его. Один из мальчиков начинал уже падать. Я с ужасом видела, как он умирает. И второй тоже начинал клониться. Все вокруг блистало. Красота была нечеловеческая. И вот эти мальчики.
Я шла уже несколько часов, очень устала. Наконец поднялась на берег и добралась до тюрьмы. Там, где в окошко принимают передачи, кажется, никого не было или было совсем мало народу. Я постучала в окошко, оно открылось. Я назвала фамилию Ювачев Хармс и подала свой пакетик с едой. Я думаю, что не было совсем наверх, только... Мужчина в окошке сказал: «Ждите, гражданка, отойдите от окна». И захлопнул окошко. Прошло минуты две или минут пять. Окошко снова открылось, и тот же мужчина со словами: «Скончался 2 февраля». Выбросил он мой пакетик в окошко, и я пошла обратно. Совершенно без чувств. Внутри была пустота. У меня мелькнуло: лучше бы я отдала это мальчикам. Вот я буду... Фима, видишь, это настоящий apple, American apple pie. Настоящая американская... Я думаю, что в России никак, как американец, не может. Сейчас, one moment. Один раз, пожалуйста. One moment. Подожди. Стой. Хорошо. Немножко. Иди. Немножко. Тренировка пройдет. Пожалуйста, открой твой рот. Открой рот. Открой, закрывай, пожалуйста. Ай, какая. Как хорошо. Настоящий американский пай. She has in her room a big table where it's written every word in Russian. Спать, sleep. Eat, кушать, eat. It's all door in such a big letters that she would look. Mm-hmm. She would know how to deal with this. Because her language came back and she has nobody to speak with. But her son started to speak incredible Russian. Я когда всегда в отель я иду, если ключ имеет какое-то звание отел, то я всегда беру ключ со мной. Хорошо? Я всегда брал. Это можно? Опять? Можно? Нет, я краду эти. Я тебе говорю, украл. Эти тоже украл, только некоторые я заплатил. Только я тебе могу сказать, 99% я... Только смотри, этот мой самый любимый. Этот, который тут. Это из Венесуэлы. In the business that we're in, he owned these, what we call retread shops all over Czech Republic. I don't know how you say it. Шина, который, как это? Шина. How do you say, you know, you redo the tires, you redo them, renovate them. Короче говоря, какой-то ремонт шин. How do you say retread? You know what retread is? No? No. Recapage? Le recapage? Yeah. Oui, parlez-vous français, mademoiselle? Non. Non? Et oui, monsieur, parlez-vous français? Nein. Because he had horrible lives, this boy. And then, when we met, I say, Mitya, I will not deal with you if you will not speak Russian. Point. No English. He started to dance Russian things. You know, he got completely crazy. And he says, oh, what will be when now you will leave? Them, yes, they say, what will gone. Be? That's right. What will be? I say, what has to be done has to be done. What has not to be done will not be. Point. What's good? You get some exercise? Yeah. Good. Она когда приехала, она ничего не могла говорить. Ah. Смотрела на одну точку. Mm-hmm. И она сейчас говорит немножко. Окей, мамский. Мамский, я тебя крепко целую. Целую крепко. Как это, хорошо? Как тебе история про красный платок? Это уже даже не мистика. А что же это такое? Это факт ее абсолютного подтверждения. Да? Да. А, кстати сказать, мне это стало помогать? Ты вот видишь.
Нет, ну правда, я пока сидела в этом баре, когда там все танцевали, я думала, как жить дальше. Я все время себе повторяла про красный платок. Люблю я эту жизнь закрученную. Причем закрученную с каких глубин. Все будет хорошо, Леночка. По крайней мере, все будет интересно. Еще он тебя звал Фифюлька? Самая красивая фифюлечка на свете. Это Марина. Марина сказала, что она хочет быть похоронена в Питере. При этом книга кончается тем, что она никогда на свете, никогда не вернется в страну, в которой все было убито, вся ее жизнь, ее любовь, ее родственники, ее мир, ее Россия была убита в ней, в России. Последние годы она забыла двух своих мужей. Этот Хармс занимает ее. Поэтому она хочет туда, она хочет, чтобы там похоронили. Непонятно, что около этой тюрьмы, наверное, где его убили, не знаю, где же она хочет там быть похоронена. А ногами? Ha, ha, ha.